Привет! Познакомься, это мама утка. Сегодня у нее появились дети, маленькие утята. Вот их сколько, смотри, 6. Давай познакомимся с ними. Это Баяка, смотри, как он пугается. Это Плакса. Это Добряк. Это Хохотунчик. Это Соня, он все время спит. А это Обжорка, смотри, как он облизывается. Вылупились цыплятки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот они какие красивые. Вышли на прогулку. Вот они какие у нас. Проголодались утята и попросили маму есть, запищали. Вот так. А мама полетела за червячком. И в этот самый миг на горизонте появилась страшная стрекоза. Она жужжала и летела прямо на них. Она уже приближалась. Что делать? До дома далеко. Нужно надеть на себя скорлупки. Скорее, давай поможем утятам найти каждому свою скорлупку. Чья это скорлупка? Посмотри. Оранжевые глазки и язычок. Это Обжорка. Давай найдем его. Где у нас оранжевый утенок? Правильно, вот он. Смотри, скорлупка подошла. А кто это? Это у нас Плакса. Давай найдем скорлупку от Плаксы. Вот, Плакса. Скорее давай спрячем ее. Вот так. Подходит. А это скорлупка, наверное, Сони. Смотри, он закрыл глазки. Где наш Соня? Посмотрим, найдем его. Вот он. Это улыбка точно от Добряка. Где наш Добряк? Вот он, голубенький. А чья это скорлупка? Смотри, он смеется. Это же Хохотунчик с зелеными глазками. Где наш зеленый Хохотунчик? Вот он, правильно. Давай наденем скорлупку и спрячемся. Ну, а это осталась единственная скорлупка маленького трусишки. Это Баяка. Ну, в данном случае он правильно боится, потому что стрекоза уже прилетела. Ух, полетала стрекоза и улетела. Не увидела она на белом фоне белых яичек. Вот такие молодцы у нас цыплятки. Прилетела мама, накормила цыпляток и повела их домой. Посмотри, вот их домик. Давай найдем каждому свое гнездышко. Вот наш Соня живет в треугольном гнездышке. Посмотри, какой у него треугольник. Давай найдем его. Вот он, правильно. Смотри, как хорошо сидит. Вот, это его гнездо. А Добряк побежал сам и залез не в то гнездышко. Смотри, он никак не может попасть в свое гнездо. Почему? Смотри, у него звездочка, а он пытается залезть в квадратик. Вот его звездочка. Смотри, как хорошо. Вот он как живет. А это Баяка. Давай скорее спрячем его. У него квадратик. Посмотри, вот он. И он подходит. И это Плакса. И она живет в домике с плюсиком. Вот он. Обжорка живет в кругляшке. Кто у нас остался? Хохотунчик. Вот его гнездышко. Там сердечко. 1, 2. Дети спрятали свои гнездышки, чтобы никакая стрекоза больше не прилетала. Спрятала мама утка своих детишек в домике, укрыла их своим теплым крылышком
и больше никуда не отпускала, пока не наступит утро. И утята больше никогда не убегали одни, слушались маму и папу. И ты слушайся маму и папу.